создают бизнесы с друзьями, с коллегами, партнерство, делят 50 на 50. Вот как почувствовать, что тот партнер, с которым ты ведешь бизнес, это тот, который нужен? Или как понять, что в какой-то момент, что партнер уже не тот, который нужен? Когда нужно уходить от партнерства? Вот, расскажи несколько слов об этом, пожалуйста. Ну, моя вот как бы теория, может быть, я заблуждаюсь, но вот жизнь говорит за то, что любое партнерство, оно через несколько лет может прийти к непартнерству, ну, к разрыву отношений. Фактически это вот такая семья, да, специфическая семья. Поэтому это абсолютно нормально, что вот там 2-3 года, 4-5 вы вместе, командой делаете, а потом кто-то уходит, кто-то начинает заниматься какими-то своими другими проектами. То есть вот в партнерстве это абсолютно нормально, что партнеры меняются. Если вот семья там все-таки более такая крепкая ячейка, да, и может там даже кто-то, может быть, и 100 лет вместе, да, прожить, да, вот, а вот здесь нет, здесь вот так не бывает, потому что вот опять же время движется вперед, диджитал развивается просто с неимоверной скоростью, у людей появляется интерес, если у какого-то партнера появился интерес к другой теме, параллельной теме, предложение, может быть, какое-то. Вот это абсолютно нормально, что партнер уходит. И поэтому вот не нужно так вот связывать, вот опять же, себя какими-то розовыми мечтами, что вот мы нашлись, замечательно, встречаемся, обсуждаем, делаем, генерим, продаем, все у нас замечательно. Так будет всю жизнь, так не будет всю жизнь. Потому что кто-то выйдет, кто-то сделает какой-то нехороший поступок и так далее и тому подобное. То есть к партнерству надо относиться немножко философски. Вот, философски. У партнеров не надо обижаться, когда они уходят. Вот, когда новые приходят, их надо всегда тоже встречать, радоваться им, что новые люди.